В Театре оперы и балета там будет гала-концерт, приуроченный главному празднику года. Участвовать в постановке будет вся труппа театра, хора, артисты балета и оркестр. Все подробности в сюжете Юлии Федоровой. Новогодний бал – это праздничный гала-концерт, который зрители театра ждали целый год. В фойе гостей будет встречать живая музыка. На сцене прозвучат арии из популярных оперет и мюзиклов, фрагменты из классических балетов, музыка из известных кинофильмов, знаменитые польки и вальсы. Программа будет включать музыку из кинофильмов, музыку из оперет, это и Штраус, и Легар, и балетные номера будут на сцене, поэтому мы все время ищем. В постановке примут участие солисты оперы, артисты балета, хор и оркестр театра. Новогодний бал покажут 30 декабря и 13 января в 6 часов вечера. 2 января зрителей ждет балет «Золушка» – одно из лучших произведений не только в творчестве Сергея Прокофьева, но и в балетном искусстве в целом. 31 декабря, 4 и 6 января оперный театр готовит балет «Феерию Щелкунчик». Традиционную новогоднюю сказку ставят во всем мире. Ее одинаково любят и дети, и взрослые. Это такой спектакль, с которым можно встретить Новый год. И уже за многие-многие годы, что он идет на сцене, вот не только Одесского оперного театра, на всех мировых, как бы, ну, известных сценах и постсоветского пространства, он, ну, приобрел такую славу, что без него мы как бы не можем, как без шампанского, встретить Новый год. Музыка композиторов 17-20 веков прозвучит 5 января в постановке «Изумрудный город». Уже стала традицией, хорошей традицией, и она дает о себе знать, что когда ты придешь в театр и проводишь уходящий год и встретишь Новый год в театре, то у тебя все складывается хорошо. Ты чувствуешь себя по-другому, у тебя появляются какие-то хорошие положительные эмоции, ты заряжаешься на целый год. 11 января с концерта органной музыки в Одесском театре оперы и балета начнется Рождественский фестиваль 2018. Юлия Федорова, Евгений Очменцев, 7 канал.